я был горным инженером, да, и вдруг я стал поваром. Мама была повар всегда, и до ухода на пенсию. То есть я вырос в этих столовках. Я мечтаю о ресторане. Мне есть что предложить своим гостям. Будет много мяса, будет много рыбы. Обязательно будет борщ. Я могу прямо уверенно сказать, что мы научили людей есть местные продукты.